Всем привет, с вами Кинолист, и сегодня мы обсудим дату выхода и сюжет сериала «Лунный рыцарь», первый сезон. Поехали! Marvel Studios объявили о создании очередного сериала о супергерое вселенной. На этот раз зрители увидят Марка Спектора, более известного как Лунный Рыцарь. Его исполнит Оскар Айзек, что уже серьезная причина смотреть это шоу. Роль антагониста досталась не менее именитому и талантливому актеру Итану Хоуку, а в качестве сценариста выступил Джереми Слейтер. По сюжету, молодой парень по имени Спектор сбегает от отца, желавшего сделать его священнослужителем, и становится наемником. Он выполняет заказы всех, кто хорошо платит, но однажды совершает ошибку, вызвавшись поработать на террористов. Герою нужно выкрасть артефакт, найденный на месте раскопок в Египте, но Спектр оказывается втянут в убийство руководителя экспедиции. Несмотря на любовь к деньгам, герой всегда разграничивал, кто заслуживает смерти, а кто нет, и решает помочь дочери убитого. Это не нравится злодеям. Они его калечат и бросают на смерть неподалеку от статуи одного из египетских божеств. Неожиданно к парню приходит этот бог и предлагает стать для него вместилищем на земле. Так парень приобретает невиданные способности и решает направить их на благо, начав с мести бывшим нанимателем. Дату выхода сериала «Лунный рыцарь» назначили на 30 марта 2022 года, а вторая серия выходит 6 апреля 2022. А с вами был Кинолист, и сегодня мы разобрали дату выхода сериала «Лунный рыцарь». Ставьте лайк, если вам понравился данный ролик, заглядывайте на наш канал, у нас много интересных анонсов. Всем пока!